Капуся, здорово! Здорово, Санек, доброе утро, наши большие маленькие телезрители. А ты помнишь, что а ты вот скажи, вот ты вот обижал девчонок в детстве во дворе? Нет. Нет? Я ну-ка в глаза мне посмотри. Смотрю. Да, не обижал. Нет, я с девчонками дружил. Но ведь есть такие парни, задиры, конечно же. Конечно. Были у нас там во дворе, но девчонки могут дать сдачи. Конечно, да. Вот мы сейчас в этом с тобой убедимся. И наши телезрители тоже, потому что у нас в гостях военно-спортивно-патриотический клуб «Урал». Ой, гвардия Урала. Ага. И Андрей Геннадьевич Терлеев. Ну, Терляев. Конечно. Вместе с девчонками. Это Нина и Ализа. Привет. Здравствуйте. Ты здравствуйте. Посмотри, какие серьезные девчонки-то. Ну что, сегодня девчонки будут у нас? Да, мы, как и обещали, то сейчас расскажем. Махаться. О абсолютно реальном бое. Без кимоно. Ага. Вот. Но защита обязательно все равно присутствует. Конечно, защита, самое главное, это безопасность наших детей. Mm-hmm. Одеваем шлема, проходим. Так. А давно девчонки у вас занимаются, Андрей Геннадьевич? А эти девочки уже чемпионки области. Что, серьезно? А что ж вы не сказали-то? Мы бы по-другому сказали. Чемпионки Свердловской области. Нина и Алиса. Слушайте, так ничего себе. То есть они давненько, да, занимаются? Андрей Геннадьевич, да? Все. Вот. Давайте сначала несколько слов о экипировке. Угу. Спортсмены у нас выходят в шортах, ага, в рэшгарде. Защита также у нас идет, используется защита, шлем, угу, с железным забралом. Перчатки, защита на ноги, угу, и борцовки полностью. Разрешенные удары. Все вот те же самые? Все те же самые, только у нас еще есть, кроме этого, удушающие приемы и удержание. Угу. То есть разрешено. Если, например, Нина, пройди Алисе в ноги, вот, вы сваливай. Сваливай, опа. Вот, вы соперника положили, прижали к полу, вот, он у вас не двигается, вы его также прижимаете, то есть рефери отсчитывает, после чего он поднимает и дает спортсменке в синей экипировке балл. А-а-а. То, что она сделала, 2 балла, сделал удержание. Все, вот, понятно. Все. Девочки, вставайте. Вот. Да. Также у нас есть удушающий прием. Удушающий прием у нас используется, когда вот, например, ляг, Алиса. Ляг на спину. Так, вот. Вот. Нина находится между ног противника. Так. Вот. И надо нам сделать удушающий прием. Алиса закидывает ноги, закрывает. Вот. Душит. Вот. У нее здесь не получится в этом положении. Потому что Алиса должна на шею ноги закинуть, да, противнику. Вот и закрыть треугольник. Так. То есть она перекидывает ногу, вторую ногу, закрывает и прижимается первым. И соперник, соответственно, должен постучать. Да. Бывает второй вариант. Алиса, ляг на спину. Алисе все отрабатываем. На спину. На спину, разворачивайся, разворачивайся. Вот, Нина бросила соперника, заняла положение. А, сверху, вот так еще. Да, закрыла ноги под Алису. Под нее, ага. Да, развернулась на спину и провела удушающий прием. Да. Вот, все. Это тоже учитывается, соперник тоже сдается. Кроме этого, у нас также используются болевые приемы. Вот, также болевой прием на руку. Нина, ляг, Алиса, болевой прием на руку. Вот, используется. То есть также выполняется. Угу. Также есть добивание сверху в партере. У девочек тоже есть добивание. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот. Несколько серий ударов, если оно не закрывается. То есть мы поднимаем, учитывается нокдаун 6 секунд, потом продолжается бой. 2 нокдауна, явная победа с преимуществом. Класс. Также болевые на ноги. Угу. Все понятно. Локти, кимуры и все остальное. Вставайте. Девчонки, давайте попробуйте немножко, да, поработайте. Давайте. Давай посмотрим потихонечку. Начали? Хоп-хоп-хоп. Ноги включаем. Опа! Смотрите, они не договаривались. Вот это да. Вот это да. Опа! С разворота, хорошо. Оп! Все, все. Андрей Геннадьевич, останавливай. Останавливайте. Андрей Геннадьевич, кто в этой схватке, на ваш взгляд, победил? Дружба. Дружба. О, правильно. Нина, иди сюда, иди Нина, к нам. Алис, спасибо вам огромное. Спасибо вам, девчонки, вы очень боевые. Мы надеемся, что эти знания вам никогда в жизни не пригодятся, но обладать ими нужно точно. И творческих, и еще побед. Да. Спасибо вам большое. Пока, ребята. Спасибо. Счастливо. Большающий.